Ваш лікар з Володимиром Цинколенко. Партнер програми «Ваш лікар» – Український інститут пластичної хірургії та косметології «Віртус». Еще раз добрый вечер, дорогие телезрители. Мы продолжаем передачу «Ваш доктор», «Консилиум». В гостях сегодня ведущие специалисты Института пластической хирургии «Виртус». Мы продолжаем тему новых технологий, которые сегодня предлагаются для наших дорогих одесситов и жителей Украины, которые обращаются в Институт «Виртус» за разнообразными видами медицинской помощи. В данный момент мы хотели бы продемонстрировать с Геннадием Игоревичем результаты работы с использованием современных технологий омоложения лица. Если можно, покажите, пожалуйста, блок фотографий. Результат подтяжки нижней части лица и шеи. Причем этот результат через 2 недели после операции. То есть благодаря реабилитации достаточно быстрое восстановление. Результат подтяжки лица с липосакцией подбородочной или субментальной области. Улучшение контуров, омоложение лица с пластикой век, оценка в более зрелом возрасте, но тем не менее можно возрастные изменения устранять в любом возрасте, когда они появляются разными способами. Результат пластики век, результат так называемой трансконъюнктивальной пластики век, когда кожа еще эластичная, но тем не менее грыжевые мешки или мешки под глазами, как они в простонародье называются, достаточно большие. Это результат сочетания пластики век или липофиллинга. Вот этих вот борозд, запустевший глаз, слева вы видите, и вот он заполненный. Это результат липофиллинга в область носогубных складок, введение собственной жировой клетчатки для того, чтобы заполнить и улучшить текстуру кожи носогубных складок. Сочетание омоложения подтяжки лица, эндоскопической средней, подтяжки средней зоны лица и липофиллинга носогубных складок. Такое сочетание омолаживающих операций и липофиллинга. Это липофиллинг в область рубца правой щеки для того, чтобы заполнить такую втянутую деформацию. Это результат липофиллинга для коррекции контуров лица в области орбитальной борозды, носогубной складки. Владимир, спасибо большое. Одну секундочку, я еще задам вопрос. У нас есть телефонный звонок. Будьте добры, ваш вопрос. Алло. Говорите. Да, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Александрович, я хотела вас спросить по поводу хранения послеродовых растяжек. Это возможно зашлифовать или как-то по-другому решить? Если вы не возражаете, я очень быстро отвечу вам сам на этот вопрос, чтобы у нас есть еще интересные темы впереди. Мы этим занимаемся. Чем раньше после рода вы обратитесь, тем легче будет с этим справиться. Наверняка легче будет справиться. Существуют инъекционные технологии, специальные инъекции. Существует вот эта плазма, огощенная факторами роста. Существует фракционный лазер, существуют специальные кремы, мази, упутывания, массажи. Будьте добры, телефон на консультацию 35-61-68 и 35-61-69. Запишитесь, пожалуйста, на консультацию к нашему дерматологу, вот можно как Саня Владимировна, к Анне Владимировне. Вам подробно на консультации, в зависимости от степени выраженности растяжек, предложат ту либо другую терапию. Мы этим занимаемся, и в результате проведенной терапии заметность растяжек реально становится гораздо меньше. Хуже, когда это не просто растяжки, растянутая кожа, разошедшиеся мышцы, тогда мы эти вопросы решаем с помощью пластической хирургии. Поэтому будьте добры, подойдите на консультацию, мы обязательно вам подскажем, как решать эту проблему. Геннадий Игоревич, спасибо вам за вопрос, извините. Геннадий Игоревич, и в течение вот подводя итог вот этим новым вашим результатам, что вы хотели бы вот в первую очередь подчеркнуть наших достижений в последнее время для наших пациентов? Достижение заключается в том, что мы стали сочетать все новые технологии вместе и стали получать уже результаты, которые на уровень выше, чем те, которые мы получали, когда могли и имели возможность использовать только какие-то монотехнологии. Сочетание подтяжки лица с липофиллингом и с лазерной шлифовкой – это то, что вот то, что вы говорили, трехмерность, омоложение, то есть это и улучшение контура, это и омоложение текстуры кожи, то есть это и убирание морщин. Это все то, что
ну, скажем так, самое современное, и в том числе, учитывая эти все особенности, которые мы стали использовать, реабилитационный период пациентов стал протекать гораздо меньше, потому что технологии, которые инъекционные, они менее травматичны, и, соответственно, пациент быстрее восстанавливается. И если мы видим, что, допустим, та же носогубная складка не требует какой-то там большой грандиозной подтяжки, после которой пациентка там от 2 до 4 недель будет находиться в состоянии отека. То есть используется, тоже трансплантация, да, трансплантация собственной жировых клеток. Владимир Владимирович, у нас есть вопрос, возможно, к вам. Давайте посмотрим. Будьте добры, ваш вопрос. Здравствуйте. У меня очень деликатный вопрос. Клеточные технологии могут ли помочь при нарушении менструального цикла? Я что-то об этом слышала, но я не уверена до конца. И если да, то какие просто процедуры нужно принять? В каком количестве, какой стоимости? При какой патологии? Будьте добры. Менструального цикла. Менструальный цикл. Вы знаете, мы обязательно ответим на этот вопрос чуть-чуть позже, потому что я хочу как раз Евгений Валерьевич чуть-чуть позже, вот после Геннадия Евгеньевича Сергеевича задать вопрос вообще, для чего используются и каким образом используются клеточные технологии, даже в более широком смысле, чем только тот ваш вопрос. Будьте добры, вы будьте с нами, мы обязательно ответим на ваш вопрос. Геннадий Ильич, извините, я даю Сергею Валерьевичу еще 2 слова, чтобы вы успели уложиться хоть в какое-то время. Сергей Валерьевич, покажите ваши фотографии, что нового вы делаете? Покажите блок фотографий, которые вы привезли с собой. Здесь вы можете видеть результат пластики верхних век, в том числе и с применением омолаживающих технологий фрикселирования нижних век. Пример сочетания эндоскопической малотравматичной мини-инвазивной операции пластики классической пластики верхних век и в последующем омоложение с применением фрикселирования. Более возрастная пациентка здесь... Тоже использован эндоскопический подъем бровей, пластика верхних и нижних век с улучшением формы глаза, а также с улучшением качества кожи. Улучшение контуров нижней челюсти, шеи. Это подтяжка нижней 2/3 лица, смаз-подтяжка. Также смаз-подтяжка нижней 2/3 лица. Видно, что улучшен контур нижней челюсти. Хорошо смотрится шея. И сочетание липосакции, подтяжки нижней части лица и шеи. Предстоит пациентке еще шлифовка, судя по всему. Действительно, вот более молодого возраста пациентка, ей 42 года на момент операции, но выраженные возрастные изменения, которые были устранены путем эндоскопической операции. И, судя по всему, лазерная там шлифовка тоже была. Совершенно верно. Наши сейчас... Комплексное омоложение подразумевает этапность, в том числе с применением хирургической операции, и в дальнейшем это лазерное воздействие на кожу, это введение собственного жира с обогащенного, допустим, плазмой, обогащенного тромбоцитами, это и применение инъекционных технологий более классического, уже более классического плана, таких как гиалуроновая кислота, это и воздействие ботоксом, либо диспортом, то есть обездвижение некоторых частей мышц, чтобы не формировались новые морщины. Здесь важна преемственность, здесь важен такой общий комплексный подход и целостная оценка тех проблем, с которыми пришел пациент. Игра. Комплексный подход, без сомнений. У нас остается совсем мало времени. Извините, Сергей Иванович, я не буду задавать вам вопросы. У нас вот наш новый коллега в нашей коллективе, представляющий, вернее, Евгений Валерьевич представляет не только себя, уже представляет достаточно большой коллектив, который в ближайшее время начнет свою работу в Одессе, в том же адресе, где находится Институт Виртус. Это будет совместная работа. Евгений Валерьевич, что такое лаборатория, медико-биологическая, вернее, лаборатория? Какие цели и задачи ставят? Какие материалы, какие продукты, если так можно сказать, она должна выдавать, которая будет использоваться вот врачами и Виртуса, и, наверное, не только Виртуса, для наших пациентов? Биологическая лаборатория – это понятие, которое принципиально отличается от того стереотипа лаборатории, которые, наверное, знают наши пациенты. Данная лаборатория, она не общается с пациентами, не принимает их и представляет из себя блок помещений, в которых создана, искусственно создана стерильная среда. Для чего это делается? Для того, чтобы те работы, которые ведутся в них, были максимально безопасными для материала, с которым работают биологи. В этой лаборатории работают штат биологов. Биологов,
клеточных, которые непосредственно культивируют те клетки и ткани человека, которые нужны в той или иной ситуации. Я прошу прощения, один вопрос. Мы сегодня, я хочу просто чуть-чуть дополнить, почему опять же мы вместе собрались. То есть традиционное время подтяжек удаляется кожа, и она не будет утилизироваться, она будет передаваться в лабораторию. Так я понимаю? Да. Мы говорили вот даже о небольших операциях, во время которых проводилась липосакция, этот жир не будет удаляться, он будет сохраняться в лаборатории, из него будут готовиться материалы, которые также могут быть в дальнейшем использованы для пациентов. Так я всегда говорю? Да, для того, чтобы зрителям было более понятно, мы говорим о клеточных технологиях, а подразумеваем клетки, собственные клетки человека, в первую очередь это стволовые клетки. То, собственно говоря, из чего наш организм развивается. И сегодня вот все говорят стволовые клетки и пуповинной крови, все знают банк пуповинной крови. А что сегодня мы можем предложить вот нашим пациентам? Нашим пациентам мы можем предложить также банкирование, однако уже стволовых клеток взрослого человека. То есть в организме человека существует два типа стволовых клеток. Это гемопоэтические, то, вот, что подразумевают при сохранении пуповинной крови, а также стромальные и мезенхимальные стволовые клетки, то, чем богат организм взрослого человека. Однако с возрастом это количество все равно уменьшается. Собственно, все процессы старения в своем большинстве связаны тоже с уменьшением от количества стволовых клеток в тех пространствах, которые заложены у нас природой генетически. Вот. И банк стволовых клеток помогает пациентам заблаговременно сделать запас собственных клеток для того, чтобы в будущем возможно использовать их для решения каких-то медицинских проблем или даже, возможно, просто для ревитализации, так называемого, просто омоложения организма. Олег Евгеньевич, то есть любой человек может прийти, обратиться к вам и в Институт Виртус, так я понимаю? Конечно. И выполнив небольшую процедуру удаления жировой ткани, да? Мы сегодня говорим о стромальных клетках, которые выделяются из жировой ткани человека. Ну, стромальные стволовые клетки, они находятся не только в жировой ткани, конечно же, это наиболее удобный источник для нас, для всех, ну, а также это костный мозг. То есть эти же клетки можно получить путем пункции костного мозга. Тоже довольно несложная и довольно безопасная процедура для пациента. Но, опять же, мы не каждого пациента можем взять, потому что существует ряд противопоказаний к забору клеток, существует ряд противопоказаний к хранению этих клеток. А наиболее характерные противопоказания? Конечно же, это в первую очередь наличие каких-либо онкологических процессов в организме, пролиферативных. Это будет первое противопоказание к использованию клеточных технологий. Следующее – это, конечно же, вирусные заболевания, которые… Вирус, находясь в клетках, которые мы забираем, конечно же, препятствует работе с ними и тем самым подвергает риску как бы всю лабораторию и тот клеточный материал, который в ней находится. Это вот наиболее самые главные такие глобальные противопоказания. Ну и помимо этого существует еще ряд других медицинских противопоказаний, которые можно просто очень долго рассказывать. Я думаю, что на индивидуальной консультации это все станет ясно. А как вы считаете, нам нужно, ну, то есть это уже более случай, человек обратился в Виртус, ему показывала липосакция, он тогда сдает этот жир для сохранения стволовой клетки, или любой человек может обратиться, или должен обратиться? Как вы считаете? Должен, наверное, конечно же, в идеале хотелось бы иметь банк клеток, так чтобы каждый человек, придя решать какую-то свою медицинскую проблему, мог всегда воспользоваться запасом собственных стволовых клеток и тем самым либо полностью победить заболевание, либо хотя бы улучшить результат, тот, который невозможно добиться там, медикаментозными либо хирургическими методиками лечения. Но просто данное направление еще, наверное, просто в самом начале своего пути, и в перспективе, наверное, мы все-таки добьемся того, чтобы появились крупные банки, и каждый человек мог прийти туда и сдать. На сегодняшний день, конечно же, это мы предлагаем это делать, и каждый желающий может обратиться за этим, но не обязательно, что у каждого желающего появится такая возможность. Евгений Валерьевич, вы уже несколько лет работали не в Одессе, заведующим отделением клеточной трансплантации научно-исследовательского большого института. Скажите, пожалуйста, о вашем клиническом опыте применения клеток, в каких состояниях уже реально сегодня используются и приносят пользу нашим пациентам? В Украине данное направление регенеративной медицины появилось в первую очередь благодаря необходимости пациентам с ожоговой травмой.
То есть очень тяжелая травма, которая требовала бы быстрого закрытия ожоговых ран. Отсюда и пошло развитие данное направление. То есть брались клетки кожи у пациента, они культивировались в лабораторных условиях, и затем максимально в короткие сроки закрывались ожоговые раны. Благодаря этому пациенты выздоравливали, и не просто, а с минимальными последствиями для такой серьезной ожоговой травмы. В последующем направление шагнуло более широко, то есть появилась возможность забирать у пациентов, культивировать, увеличивать в количестве стволовые клетки и тем самым решать более серьезные проблемы, физиологические, скажем так, патофизиологические проблемы тех или иных заболеваний, включая эндокринологическую группу, это и сахарный диабет, и заболевания щитовидной железы. Это и состояние постинфарктное, когда человеку сердечная мышца человека... Евгений Сергеевич, я хотел бы... Евгений Сергеевич, извините, пожалуйста. Как раз у нас был вопрос по гормональным нарушениям, помните? Да. Который мы отложили ответ. На сегодняшний день не существует методики, позволяющие решить проблемы менструального цикла. Дело в том, что клеточная технология, здесь подразумевается, что мы тот или иной тип клеток берем, вводим в организм человека его собственные клетки, и это позволяет организму самостоятельно справиться. Здесь, ну, в первую очередь, нарушение менструального цикла, нужно определиться, причина какая. Причина, и уже в зависимости от причины, да, можно будет уже принять решение, сможет ли помочь регенеративная медицина, клеточные технологии для решения этой проблемы. А с эстетическими целями? Конечно, да, с эстетическими точно так же. Опять же, у истоков ожоговой медицины, можно сказать, они появились. То есть лечение рубцовых образований, посттравматических, постожоговых. И кроме того, пациенты, которые хотели бы улучшить свои внешние данные, улучшить качество кожи, точно так же имели возможность уже в Украине испробовать данную методику. У пациента забирался биоптат кожи, небольшой кожный лоскут, помещался он в лабораторные условия, где фибробласты увеличивали в сотни миллионов раз. И затем этапно, благодаря косметологам, эти фибробласты собственные возвращались в стареющую кожу пациента и тем самым улучшали вот те самые физиологические процессы, которые происходят То есть практически останавливали в какой-то степени процессы развития возрастных изменений. Да, то есть не настолько, то есть не в прямом буквальном смысле остановить процессы, но замедлить их, конечно же, реально. Геннадий Игоревич, у нас остается буквально там 2 минуты небольшие, буквально 30 секунд в заключение. И я попрошу наших коллег тоже по 30 секунд буквально, пару слов. Ну вот, скажем так, вкратце то, что действительно еще интересного было на конгрессе, и то, что свойственно как раз нашей клинике, это профессионализм и многопрофильность. То есть вот пациент, который имеет проблемы, видите, тут сегодня были вопросы и по онкологическим заболеваниям, и по эндокринным заболеваниям, и просто эстетические проблемы. И, в принципе, все эти проблемы решаются в клинике. Я уже не говорю про урологические, гинекологические, про лор-патологию, про флебологию, да. То есть из клиники пластической и эстетической хирургии мы уже переросли достаточно многопрофильный стационар и поликлинику, в которой решаются серьезные вопросы. Самое главное, чтобы пациент понимал, что придя на консультацию, он получит полноценную, квалифицированную консультацию, при которой специалисты используют все самые современные технологии, которые есть в медицине. Мы сталкиваемся с тем, что появляется какой-либо аппарат или какая-то технология, которая прилагается всем. Да, решают все проблемы одним аппаратом. К сожалению, такого аппарата пока нет. Да, его еще пока не придумали, и волшебную палочку пока только можно по телевизору увидеть. Вот, но, тем не менее, мы можем решать достаточно серьезные вопросы и проблемы, поэтому я считаю, что пациентам вполне... еще раз, как записаться на консультации, как попасть к вам? Телефоны в Одессе 35-61-68, 35-61-69 и 35-61-70. Наши администраторы предложат вам удобное время для консультации и направят к тому специалисту, который ответит на все ваши вопросы. Либо вы, уважаемые телезрители, вы уже много раз видели знакомые с Геннадием Игоревичем, продолжаем с Евгением Карточком, с Оксаной Владимировной, с Иваной Владимировной. И сегодня вы познакомились вот с Евгением Игоревичем. Будьте добры, не стесняйтесь, записывайтесь, приходите.
консультация – это один из поводов для того, чтобы мы поискали. Ведь лечит не оборудование, а врач, правильно поставив диагноз и разобравшись в вашей проблеме. Мы вас ждем, будем рады вам помочь. Спасибо за то, что этот целый час вы были вместе с нами. И до встречи на следующей передаче. Спасибо, уважаемые коллеги. Партнер программы «Ваш лікар» – Український інститут пластичної хірургії та косметології «Віртус». «Ваш лікар» з Володимиром Цинкаленко.